Три, два, один. Всем здорово-здорово, мои дорогие друзья. Всем здорово, дорогие друзья, на связи Копрсом. Всем привет, бот тоже на связи. Лютый состав, лютая рубрика. Погнали. Парни, я мини-босс, я мини-босс, я мини-босс, парни. Зачем ботами оделись? Короче, ребят, как вы уже поняли, сегодня мы приоделись мини-боссами на 7-й карте, которая находится на арсенале. Вот, ребята, скриншотики из игры, как выглядит этот босс, и мы его с точностью воспроизвели в игре. Поэтому, ребят, сегодня в этом видеоролике мы будем не только мини-боссами, но еще и ботами. Мы нашли абсолютно точные модели костюмов, скинов этих ботов, и сегодняшний видеоролик, ребята, будет очень-очень интересно и очень-очень жарко. Так что советую всем досмотреть его до конца. Ну и, кстати, ребята, вот три победителя прошлого ролика. Каждый из них уже получил по 720 UC на свой аккаунт, но если ты хочешь стать одним из них, то не забывай про подписку на канал, не забывай ставить лайкосик, ну и конечно же не забудь оставить коммент с айдишником от PUBG. И еще, ребят, если вы тоже хотите побегать в костюме босса, в костюме ботов, поугарать, пофаниться или там возможно записать контент, то, ребята, после выхода этого видеоролика о моем личном ДГ-канале я солью название этих скинов, название этих костюмов, ну и также покажу, где их можно купить в игре. Поэтому, ребята, ссылка в описании, переходите, подписывайтесь. Но мы, ребята, погнали к ролику. Let's go. Типы сзади идут, ребят. Я мини-босс, парни. По-моему, сейчас с арсенала чувачки подтягиваются с другой стороны. Хорош. Ема. Он нулевый. Он меня нокнул. Как это нокнул? Он, понял, такой зашел, посмотрел на меня и начал стрелять, понял? И я его нокаю. О. Опа. Типы на арсенале. Будто бы хаешка можешь забайтить. Я хаешку несу. Кидаю хае. Я рандомную хаешку дал. Я тоже дал. Ну зачем ты меня убиваешь? Я бот. Парни, парни, не убивайте, пожалуйста. Я мини-босс. Спасибо. Что? Парни, я мини-босс. Я мини-босс. Я мини-босс, парни. Зачем ботами оделись? Вы чё, ебать, нахуй, нахуя вы, блядь? Парни, я устал, меня каждый день убивают просто. А я всего лишь мини-босс. Да, меня золото не падает, парни. Я фиолетовый, парни, убивайте меня, пожалуйста. Альберт, заберем? Спроси. Альберт. Давайте, давайте. Фото, фото, фото. Мини-босс уходит с места происшествия. Так, короче, ребят, забыл вам сказать, что если у нас спаун не прокает под арсенал, то мы бежим вот сюда вот и становимся уже вот такими вот ботиками. То есть два вот таких вот синих ботика. Это у нас Кобра Сом, это Гасанов, и Нес, это у нас Ноти. И Кобра Бот, ну это вы, думаю, сами поняли, это Оливье. Нет, это не потому, что я, типа, плохо играю, а потому, что у меня ник был часто, The Bot, типа. Уже идут челы по позициям, по позициям. Да, только не станить, чтобы вас нокали, а то они бегут и нокают. Станьте здесь за контом, может, четвером так стать. Я вот тут вот за автобусом стал. Норм? Ну тут три типа, им похуй относительно. Норм. Норм. Я пока как бот бежал, убили. Они красные. Я пытаюсь соответствовать. Да, парни, еще бег, двигайтесь, как боты, реально, вот. Вы видели, что они просто стояли? Они думали реально, что мы боты, вы понимаете, мужики? Они просто стояли. Они просто постояли, да. Смотрели на нас. У меня типы, у меня типы, у меня типы, у меня типы. Отвечаю, 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 слышите? Можно попасть, пострелять, попа? Не палите, не палите меня. Да, не пали, не палите. Не палите, главное... не палите, не палите. Да, не пали, не палите. Не палите, не палите, не палите. Там еще один. А. Подожди, давайте как боты к нему. К нему, к нему, к нему, к нему. Вот он, вот он, вот он, вот он. Он ресает. Он ресает, я ему дал нормально. Он ресает, я ему дал нормально. Ребята. Меня другая команда пыталась убить. Этого съел. Этого съел. Ресу нашего. Так, меня нокнули. Я же бот, парни. Вы зачем бота нокаете? Я одного нокнул. Бот тип. Минус. Парни, мы же боты, зачем вы стреляете по нам? Мяу. Да-да, крутой. Еще нокнул. Крутой одел, типа, под бота и лютый. Хаешка. Хаешка вроде неплохая. Ну я как бот шел, я как бот шел. Я пытался не палиться, из-за этого я умер. Типы, 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 типы. Где? А, штурмы, штурмы заспавнились прямо у нас. Серьезно? Кто? Да.
Чё? Пингвинчи. Вы гений, нахера вы так делаете с штурмом? Макс, иди сюда. Я уже вылез. Это нифига. Блин, неужели они убегают? Гений просто. Могли бы и не палиться. Гений. Далее Макс придумал просто гениальную тактику. Суть этой тактики заключалась в том, что Оливье одевался в обычную фул-шестерку, байтил на себя типов, и тем временем мы, которые притворялись ботами, делали вид, что мы якобы стреляем по типу, то есть по Оливье. Ну и как вы можете дальше видеть, эта тактика, ребят, сработала. Слева типа бегут. Ага, отлично. Я отыгрываю свою тактику. А, смотри, пускай ресурсы и потом нас пушат. Я могу просто к ним в упор подойти, как ботинок. А если они подошли к колесам уже, видишь, они сближаются с Оливье. Вот дерево, колеса, короче, вот там вот. Сейчас, чекай. Байт их дальше, но не нокай. Сейчас Макс ключевую точку сыграет, смотри. Они не пикаются даже со мной. Макс сейчас как бот зайдет. Я ему хупану тоже пойду. Я нукну одного, иду дальше, просто как бот. Оливье, подтягивайся, типа пуши. Вот. Второй. Эй, он меня нокнул. Но я его мог забрать. Я поддался. А все, что ли? Ну да. Да. Мы фулбачку убили. Ну это было прикольно. Зачем ты стреляешь по мне? Подними меня. Они вообще ничего не поняли, что ли, да? Да, они будто до последнего не понимали, что происходит, если честно. Thank you. Я, короче, вот тут вот иду, он стоит за стеном, я в него настреливаю, ну как бот, типа, он не понимает. Так там челы реально будто до последнего не выкупали, что происходит. Братан, там типы, файт на фэкторе лютый. А ты можешь загреть их на нас? Загреть на себя позиции, и прибежать к нам. Занимайте позиции занимайте. Не-не, на фэкторе типы есть. На фэкторе есть. Оливье, забайте. Тут фэкторе тип. На первый этаж спустись, это важно. А вот Имрек. У меня зашел. Убил одного. Лучше. Еще одного. Еще тип. Алье, ты по лестнице поднимаешься, и мы по тебе стреляем, типа, давай. И ты не стреляешь по нему. Все, не стреляй по нему. Не стреляй. Пускай. Ты глянь, что к тебе там. Ну ресните меня, чё вы по мне стреляете? Он понял, что подумал. Прием. Тут люди, давайте убьем его. Куда ты резаешь? Он человек. Я бот. 415-я база, я понял. Давайте выносим его в лес. В лес вывозим. Ты понял, что было? Он его нокнул, бежал на серьезных щах, думал, что мы реально боты. Я его так просто иду, убиваю. Спасибо за сопровождение, пацаны. Вы гляньте, тут 2 шестые кашечки и 2 шестых броника. Так ты понимаешь, что прикол? Это изи ут. Изи тактика по фарму ута. Вот серьезно, ребят. Надеюсь, что против нас такое не будет юзать. Типы! Через фактори заходит. Оливье! Откуда мы пришли, типы заходят. Мы постреляем по Оливье. Он идет. Он не нокает пока их. Не нокай их. Пускай, ногтис. У меня чел тут. Прикиньте, как он офигенный, если вы меня сейчас резко сядете. Сидите, резко. У меня чел тут. Он говорит, бот, ты знаешь, что ты штурма убил? Он говорит, какой ты плохой. Типы тут идут. Я притворяюсь ботом. Вот в подземке. Я стреляю. Они думают, что я стреляю по челам. Идите в спину к ним. Они не понимают. Они не понимают, я в них пострелял. Чуваки, ты чё, они рез, не поняли. Рез, не добивай. Я сейчас перед ними рез сяду.
Чекай, не добивай, не добивай его, ребят. А мы не добиваем. Глаза не шоу. Я просто... Слышите, вы бы видели, они вот тут вот бегут, я пробегаю, стреляю вон туда, типа челы туда пробежали, я за ними иду. И они за мной идут и ждут, пока я что-то сделал. Они вот так вот за мной тут по пятам шли и ждали, пока я, типа, их приведу к челам. А я тут развернулся и всадил фулл-обойму в чела. Да это их вообще не смущает то, что, типа, боты в подземке, понял? Так это норм, типа, что челы просто не догоняют, такого же никогда не было. Челы просто не догоняют. Ищешь место, где можно попытать удачу за фармить DC, тогда тебе на булдроп. Первым делом переходим к пополнению. Вводим мой промокод, который дает плюс 18%. Но пополнить можно через множество вариантов, но я тебе советую через QR-код, это проще и быстрее. Теперь давайте быстренько откроем кейс, сразу 10 штук. О, ну ё-моё, ребят, ну неплохо насыпало, слушайте. Так, давайте откроем еще техноапокалипсис, также одну десятку. О, ну слушай, упало тоже неплохо. Кстати, ребят, забирайте этот промо и сможете открыть кейс-мусорщик бесплатно. Еще на булдроп можно открывать каждые 24 часа два халявных ящика просто за подписки на их соцсети. Также не забудьте зайти в скибиди-обменник и все это обменять. О, ребят, слушайте, прям вообще четко упало. Также не забудьте зайти в Булпас и забрать свои награды. Давайте поставим яйцо на вывод, и в историю выводов нам придут коды, которые мы должны вручную ввести на Медосбая. Ну что, ребят, яйцо мне пришли, но вся информация есть в закрепленном комментарии. Здесь как боты, здесь люди уже. Как боты идем. Оливье не бот. Давай сзади зайдем, Сом. Оливье, тут стой. Мы как боты идем самому туда. Чекай, не пались. О-о-о. Мы боты, мы кисненькие, брат. Он сейчас резко будет, чекай. Я упор. Не убивай, не убивай. Хорош. Делаем, делаем, парни. Подожди, не лезай. Мы кисненькие, мы кисненькие. А че он по мне стреляет? Ты что, дурак, что ли? Охренел? Хорош. Хорош. Мяу, 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 мяу. А у тебя чел в упоре. Оливье. Забирай. Мяу-мяу-мяу. Я просто стрелял вон в ту сторону, типа я не палился. Фу, этот придурок берет, ложится и да, меня да, зажимает. Да, 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 я видел, видел. Сейчас, короче, Варик, сложи где-нибудь шмотки шестые. Где-нибудь в опыте, да, чтобы они сели, допустим, вот тут лутаться. И мы их забрали, пон. А, тип, по-моему, впереди, слышишь? Да, там тип впереди. Да, 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 тип впереди. Не, не стреляй, не стреляй. Стой, стой, стой. Ты стой, ты стой, я типа по тебе стреляю, стой. Забайтился? Забайтился. Да, да, тише, тише. Тише, тише, тише. Это штурм. Ну что, мои дорогие мини-боссики, переодеваемся, становимся реальными боссами. Ребят, у нас прям вообще идеальный спаун, просто идеальный. Давай, братишка. Золотой, что? А ну давайте отметим. МГ-3 Кобра. Братишка, давай, уходи с нашего места. Это наш спаун, братишка. Я кого-то слышу, слышишь? И идут, ребят. Они идут. Тут рядом. Три мини-босса. Стойте так, ребят. Стойте так, пожалуйста, я вас молю. Вы так не палитесь. Это так угарно выглядит. Я в ответ буду, если что. Лол. А чё он стрелять начал? Что случилось? Да в смысле, босса пришел убивать. Типы надо мной. Оливье, давай, ты идешь вперед. Оливье, подожди, спустись вниз. Ты идешь вперед, типа боты. Откуда он нас привел? Охуенный вопрос. Это не важно. Важно, что... Он приёмник сидит! Он меня нокнул. Хорош, 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 хорош. Макс, 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 резьте, Макс. Сидит крыса, фул приём с МГшкой. Thank you. Ты видел, что хуеска? Лицом отбил. Я единственный тут притворяюсь реально батон. Не, ну я думаю, что типа реально не ожидали такого. Стрельни все красные. О, типа еще слиток не засейвил. Я не успел. У меня тип. Тише, тише, у меня тип.
Он меня не смотрит! Он на меня не смотрит! Он не смотрит на меня! Меня тут бегает. Куда? Что он делает? Тихо-тихо-тихо. Тихо, ребята. У меня челы. Вон. Ку-ку. Я тут. Они не обращают на меня внимания. Вот еще один бежит. Ку-ку. Ку-ку. Бот прыгнул случайно. Уходим отсюда. Это не я был. Уходим отсюда. О? Нет! Это было так близко. Тут не залутанные ящики. Это очень хорошо. Этого не было. Тихо. Ку-ку, я тут. Уходим отсюда. Я бот. У тебя хаешь греет, по-любому. Не греет. Ку-ку, я тут. Меня Сом зовут. Он издевается? Как? Да, я издеваюсь. Бедолага, говорит, он издевается? Как? Бедолаги. Просто я выхожу с радиейки живой. Я живой вышел оттуда. Я иду, я ухожу. Баты не спавнится здесь. Пойдем воду занимать и всякое такое. Factory, а, в натуре, давайте воду займем. В натуре. Я воду встану справа. Да. Вам, если что, типы пришли. Ты можешь на бот, ты можешь пойти на вархаус, если что. Типы на вархаусе. И двойка на Area C, если что. Самое что интересное, боты, по сути, которые на воде, на льду, они не байтятся же особо. Вот когда пробегаешь там по мосту или на канатке летишь, то они байтятся. Так что я думаю, у них нет смысла, ну вообще нет оснований, чтобы нас с гусем убить. Дима, у меня на ракете бот-тиммейт, если что. Блин, у меня типы пришли лутать ракету. На вархаусе видишь, чел открывает ящик вот там? По мне мосту еще один бежит. Мне убивать по чела на ракете? По мосту увидел. Блин, а чё он, как он меня спалил? Он минус прям ждал меня, я как бот двигался. А. Печально. Меня не спалили, но убили. Это печально. Меня не спалили, но убили. Я Матвея убил и добил. У меня чел, Альберт. Надо мной чел. Он у меня прям тут. Вот тут вот ящик открывает. Ты что, надо мной чел? Я бот, парень. Этот бот, смотри, у тебя общий... Он меня не убил! Он меня увидел, но не убил. Они меня видят, но не убивают. Че, три типа убивать, есть, что? Если еще подожди, раз... Подожди. Я не знаю. Честно, не знаю, что делать. Да я знаю, я стараюсь как бот стрелять, типа. Добей. Подожди. Этих закрыл. Я этих закрыл. Ты на воду можешь стать обратно. Это разные типы, Да, в натуре. Все, бот отспаунился. Пока не лутается. Бот отспаунился. О, как он меня спалил? А как он меня... Зачем меня убил? Спалил. Он не убивает ботов. Он просто как бота тебя убил. Меня также убили, если что. Ну что, ребята, вот таким вот вышел наш видеоролик. Надеюсь, что он вам очень сильно понравился. Как-то порадовал, как-то рассмешил. Сразу, ребята, хочу извиниться, что ролик получился таким коротким. Все потому, что такой контент очень-очень трудно записывать. Очень редко выпадают какие-то смешные моменты, забавные моменты. И очень много, ребят, нужно факторов, чтобы этот контент вышел. Поэтому, ребят, если вам понравилось, то не поленитесь, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Ну и, ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, хотите ли вы продолжение с этой рубрикой. Я почитаю комменты, посмотрю на вашу активность под роликом и сделаю выводы. И, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте залетать в ТГ-канал, ведь там, ребята, гайд на эти скины. Увидимся в следующем ролике, ну или же на стримчике. Не болейте.